Выставка кошек «Зимняя сказка» – праздник для всех любителей этих животных. Из года в год саровчане приходят в Дом молодежи, чтобы посмотреть, погладить или поиграть с пушистыми домашними любимцами. Также выставка дает прекрасную возможность узнать о породах и решить, какая кошка подходит в вашей семье. Здесь представлены породы различные. Абиссинская, бенгальская, бурманская, курильский бобтейл, шотландская, сиамская, петербург. На каждой выставке у нас участвуют обычные домашние кошки. Они не менее достойны показать свою красоту на выставке. Кошки породы курильский бобтейл редко встречаются в нашем городе. Особой популярностью у саровчан они не пользуются. И совершенно напрасно, считает Ольга. У нее живут две кошки этой породы. Животные очень неприхотливые, выносливые, дружелюбные и ласковые. Скорее всего, самая главная отличительная черта – это их очень доброжелательный характер. Кроме внешней красоты, они готовы играть в любое время суток. Их можно выгуливать, они иногда поддаются дрессировке. Гостей выставки ждала насыщенная программа. Дети участвовали в мастер-классах, рисовали кошек, читали со сцены стихи про своих домашних любимцев. Организаторы подготовили развлечения и для взрослых. Еще у нас впервые мероприятие «Открытка с выставки». Мы специально издали к этой выставке 3 открытки и продвигаем международное движение «Посткроссинг», смысл которого – обмен открытками со всем миром. Также на выставке был организован сбор средств для безнадзорных собак и кошек, обитателей городского приемника для животных. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.